Спасибо, Владимир Расулов, радиостанция «Коммерсант ФМ». У меня два коротких вопроса, тоже по Ближнему Востоку. Первый, немного гипотетический, может быть. Как вы оцениваете, в общем-то, если все-таки ситуация с мигрантами в Европе обострится очень сильно, какова вероятность, что, в общем-то, какая-то часть из этих потоков все-таки дойдет до России? Понятно, что географически достаточно далеко. Готова ли Россия будет принимать беженцев из этого региона? Вы знаете, мы все-таки практики. Мы, что касается перспектив решения кризиса с беженцами в Европу, мы занимаемся этим вопросом в том числе на международных площадках. Мы открыты диалогу с нашими европейскими коллегами, которые ставили перед нами неоднократно вопрос о взаимодействии по этому направлению. И мы открыты к этому взаимодействию. Мы готовы совместно вырабатывать соответствующие международно-правовые документы, оказывать содействие, которое от нас зависит. А теоретические, так сказать, выкладки, это все-таки не совсем наша тема. Все, что мы, как российская страна, можем сделать для облегчения страданий как самих беженцев, так и европейцев, решения этого вопроса, мы сделаем, безусловно. Об этом уже говорил неоднократно Сергей Викторович Лавров.